конечно, у нас время на укладку увеличивается сейчас. Я на любимой работе. Да, слышим. Ту-ту-ту. Наконец-то вышла в кадр. Ждала сегодня долго. Представляете, пока я была на Лобном, шел дождь. Потом град, вот реально, вот такие вот градинки. А сейчас светит солнце. Погода такая же переменчивая, как мы, женщины. Такие вот замечательные просто, наивкуснейшие шоколадки вы сможете приобрести в моем ресторане, открытие которого состоится 10 июня в 3 часа дня. Я жду всю Москву у себя в Бусфуд. Я, честно, нахожусь в таком предвкушении. Я очень долго к этому шла, и вот, наконец-то, 10 июня открывается мой первый ресторан в Москве. Добро пожаловать!